Астанадағы Нұрлы жол бульварының жанында дәл мынандай 131 фигура тұр. Әрбір фигурада әрбір елдің атауы, картасы және туы бейнеленген. Тек Ресей мен Украинада карта көрсетілмеген. Еще два дня назад на инсталляции, где представлены участницы выставки «Экспо» в Астане, были изображены карты России и Украины. Тогда аннексированный у Украины полуостров Крым был отображен как территория России. После того, как эта тема стала объектом обсуждения в социальных сетях, фигуры, символизирующие Россию и Украину, убрали с бульвара. А когда их вернули, то они уже были без контуров карт. Фотографии с измененными скульптурами стали появляться в социальных сетях. Вчера были очертания, то есть у всех, если видите статуэток, есть очертания их государств, то вчера эти очертания были, ночью их замазали и сделали по-другому. То есть ни вашим, ни нашим. О чем это говорит? Это говорит о несистемности работы наших идеологов. Аким Астаны Асет Исикешев сказал в прессе, что не знает, кто занимался оформлением скульптур. Не, вот эти фигуры Акимата, но кто конкретно дорисовал, нарисовал, мы сейчас выясняем. Дадим информацию. Представитель посольства Украины сказал Азатыку, что 12 июня властям Казахстана была отправлена дипломатическая нота. Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберды призвал не политизировать ситуацию. Ну, это произведение какого-то творческого коллектива. Соответственно, там никакого умысла политического и так далее не было. То есть, видимо, художники подошли творчески и так далее, не вдаваясь в политические подробности. Но они свою вину признали, сейчас они направили официальное обращение в посольство Украины со своими извинениями. На адрес посольства Украины в Астане пришло письмо, подписанное группой художников. Тем не менее, временный поверенный по делам Украины в Казахстане Владимир Джиджора не рассматривает его в качестве основания для прощения. Говорит, что он консультируется по этому вопросу с Киевом. Я не рассматриваю, как временно поверенный в делах Украины в Казахстане, это как за извинения казахстанской стороны. Да, я, конечно же, передам это в Киев. Столица будет решать, когда, что и как дальше с этим поступать. Но пока что официального извинения в посольстве Украины Республики Казахстан от казахстанской стороны мы не имеем. Аннексированный Крым был указан в качестве субъекта Российской Федерации в школьных учебниках Казахстана по географии и истории. После ноты протеста украинской стороны издательство «Мектеп» исправило в этих учебниках информацию о Крыме. Уркен Жаймерген, Мадибек Магамбет, Иржан Амирханов, Азаттык ТВ.